Остались, как говорится, последние штрихи. Строительство долгожданной поликлиники в Ромашкове завершилось. Необходимо только установить и запустить новое оборудование и завести мебель. Штат врачей практически укомплектован. Но пока трудовых договоров еще нет, значит, нет, потому что нет объекта. Там регион, это правда, другие регионы. Все, держите, да. Сейчас в режиме ожидания. Да. И где-то в конце месяца начнете запустить. Да. С готовностью поликлиники к приему пациентов ознакомился глава округа Андрей Иванов. Здесь будет полноценный современный медицинский комплекс, в котором для оказания услуг есть все необходимое и специалисты всех профилей. Травматолог тоже есть, офтальмолог есть, тут будут узкие специалисты, гинекологи, хирурги, неврологи, лор будет, тут будут современные лор-комбайны, то есть здесь тут тоже будет два раза. Вот здесь специалист будет, вот с вами диагностика, здесь будет полноценный хороший поликлиник. Уже в начале августа двери медучреждения откроют для посетителей, и врачи примут первых пациентов. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».